Нами контролируется правильность ношения маски, наличие маски у граждан. Если граждане, находясь в автобусе, имея маску, не одевают ее, то сначала предупреждаем, просим правильно надеть ее. Если же нет, то составляем административный материал, привлекаем к ответственности. Штраф за данное нарушение на первый раз предупреждение для физических лиц, на второй раз от 1000 до 30 000 рублей.